Мне безумно нравится творить, выражая при этом свою свободу. Создавать то, что сделает других счастливее. Я горжусь тем, что я делаю, и это безумно люблю. Дорогие зрители, я рада приветствовать в наших гостях автора этих строк, художницу Ірину Третяк. Ірина, добрий день. Здравствуйте. Ірина Третяк – відома талановита художниця. Лауреат багатьох національних виставок, володар премій та нагород. Найбільшу популярність отримала завдяки своїм фігуративним роботам, виконаним маслом. Картини художниці знаходяться в приватних колекціях в Великобританії, США, в Німеччині та Угорщині, в Швейцарії та Франції, в Таїланді, а також у багатьох політиків та відомих людей України. Ірина Третяк – одна з небагатьох, хто підписав контракт з американською корпорацією World Art Corporation. Стиль своїх робіт Ірина визначає як дизайн-живопис в авторській техніці. Скажите, как и когда у вас возник интерес к живописи? Всю сознательную жизнь я рисую, поэтому я, наверное, даже не помню этого момента, когда он возник. Я была еще совсем-совсем маленькой. Расскажите нам, как это было? Ой, я же говорю, я этого момента, вот когда вот вдруг что-то случилось, я начала рисовать, я не помню. Потому что, наверное, начала раньше рисовать, чем ходить. Как вы считаете, нужно ли художнику художественное образование, чтобы достичь результатов? Я считаю, что нет. Учиться, конечно же, надо, обязательно. Но я считаю, что неважно, какое образование, ты пошел в университет, отучился, получил бумажку, и можешь ничего не знать, а можешь заниматься самообразованием и выучить какие-то азы, и учиться этому дальше, и знать намного больше, чем будет у тебя диплом. Вот. Особенно в нашей стране, когда дипломы покупаются, а образование такое вообще абсолютно ничего не значит. Это должно быть в голове, это должно быть в сердце, это должно быть четкое понимание того, что ты делаешь, и знать, к чему ты стремишься. Вот. А сам диплом нет. А какую художественную школу закончили вы? Я не заканчивала художественной школы, я оканчивала только университет дизайна, но у меня был экономический факультет, как ни странно, вот, да, а художественной школы у меня не было. А кроме живописи еще чем-то занимались? Если да, то как это занятие повлияло на ваше творчество? Конечно, занималась, но все было связано с творчеством. Это был или дизайн, или декор, и даже одно время были не попытки, был такой момент, когда я работала в юристов. Я не работала юристом, но я там помогала, да. А что вы делали? Это было связано с документацией, вот, это было совсем недолго, это мне было интересно, но тем не менее во всем помещении была приложена моя рука, так сказать. Везде изменился декор, везде изменился дизайн, оформление там елки Нового года и все прочее, все равно прикладывалась моя рука. Поэтому я, когда захожу в какое-то помещение, так как люблю очень дизайн, мне сразу же, я смотрю, мне надо что-то изменить, что-то поменять. Вот. Должно быть так, как я хочу. А какому стилю или же жанру вы отдаете предпочтение? Мне нравится авторский стиль. Вот, неважно, это объемная живопись, это другая живопись, но это авторский стиль, чтобы было видно почерк художника, чтобы в его картинах, в его творчестве прослеживался его почерк, чтобы они были необычные. Вот, а как это будет живопись, это будет дизайн, ну как бы это уже не важно, то что был только авторский почерк. А вы часто экспериментируете? Да. Очень часто. Расскажите, как это происходит, в чем? Вы были у меня в студии, видели, наверное, там не все картины были, но тем не менее есть, конечно, похожесть, потому что авторский почерк никуда не денешь. Но тем не менее я практически в каждой картине пытаюсь внести что-то новое. Мне очень нравится какая-то новизна, что-то я где-то увидела, услышала, мне хочется что-то попробовать, новый материал какой-то. Ну, мне это интересно, вот совместить стили. Поэтому практически в каждой картине у меня это есть.
Скажите, а какое место живопись занимает в вашей жизни? Проще говоря, вот сколько времени в день вы выделяете для живописи? Я бы сказала это немножко по-другому. Сколько жизни есть в живописи? У меня выходит так, что не то, что весь день занят творчеством, у меня выходит так, что вся жизнь занята творчеством. Она творчеству у меня везде, всегда. И мне очень повезло, у меня хобби, работа — это одно и то же, и мне не надо бежать куда-то на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, мне не надо выделять время для хобби. Поэтому два в одном. Да, у меня 24 часа в сутки живопись и творчество. Скажите, какие события из вашей художественной жизни вы считаете значительными? Можете вспомнить хотя бы парочку? Ой, да нет, наверное, таких пока еще не было. Все значительные. Все значительные, да. Но вот таких, которые бы прям отложилось вот так. Я знаю, какое это будет, но оно будет еще. Расскажите. Не расскажу, это секрет, я думаю, уверена, оно будет очень-очень скоро, и тогда мы с вами встретимся и поговорим об этом. Жду с нетерпением. Скажите, а вот если мы говорим о картинах, вы легко расстаетесь с ними, когда очень подаете легко, картины? Очень да? легко, мне их абсолютно не жалко. Есть, ну, у меня все картины любимые, есть, которые там больше, которые меньше, почему-то там мне могут нравиться. Ну, с легкостью. Угу. Часто дарите картины? Часто. Очень часто. Наверное, даже больше дарю, чем продаю. Здорово. Скажите, а вот что больше всего вас привлекает или же привлекло ранее в профессии художника? Это саморазвитие. Вот художник, он, ну, я так считаю, что он должен всегда развиваться. Он обязан развиваться, не стоять на месте. И мне особенно нравится выражать себя. Ты можешь на полотне изобразить все, что угодно. Ты можешь, я не знаю, там даже просто наляпать, да, вот есть абстракционисты, художники, ну это же не просто там кляксы какие-то, конечно, да, они что-то значат. Вот. И вот мне очень нравится проявлять себя. К тому же художники немного волшебники. Можно что-то изобразить, ну, все мы знаем, мысли материальны, и их надо записывать, да, если ты хочешь что-то, чтобы сбылось, какое-то желание, его надо записывать. Вот мы можем нарисовать, и у меня было таких достаточно случаев, что я изображала что-то на полотне, и оно очень скоро появлялось в жизни. Расскажите нам, что это за случаи такие были? Это было, я когда-то изобразила собаку, который сейчас у меня есть, вот совершенно того не знаю, ну, появится он или не появится, я просто нарисовала. То есть нарисовала. До того, как собака появилась? Да, до того, как где-то за полгода, где-то вот так. Вот, и он, его подарили, причем подарили не мне, но он оказался мне, то есть, ну, ты написал, ты изобразил, и уже отдаешь вселенной свое желание, неважно, как оно исполнится. Точь-в-точь собака появилась, да? Точь-в-точь, да. Такой расцветки, один в один. Более того, был момент, когда эта собака, ну, это была картина, я рисовала папе портрет на день рождения, и в ногах стояла собака, французский бульдог. Вот, и был такой момент, когда вот папа стоял точно так же на картине, как на картине изображен, и возле ног стояла моя собака. Вот. Как здорово. Вот даже вы меня мотивируете. Я обязательно буду записывать все свои мысли. И надо рисовать. Рисовать не умею, буду записывать, буду делать то, что могу. Надо, да, обязательно это делать. Подскажите, а к критике как вы относитесь? Очень спокойно, если это конструктивная критика, если это критика профессионалов, я даже иногда к ней прислушиваюсь, даже иногда, потому что я ее никогда не спрашиваю, ну, очень редко, по крайней мере, спрашиваю. Вот. А по большей части это критика, ну, просто критика людей, всегда всех критикуют, поэтому я даже не обращаю внимания и не слушаю. А подскажите, что вас вдохновляет? Как ни странно, меня вдохновляют успешные люди. Я не знаю почему, я не могу это объяснить для себя, хотя, наверное, отчасти могу.
Я очень люблю читать книжки про успешных людей, передачи смотреть, вообще следить. Ну, есть люди, за которыми мне нравится следить за их жизнью, за их творчеством. И вот там, просмотрев или услышав что-то о этих людях, меня это стимулирует двигаться вперед. Мотивирует, да? А вот, может, расскажете, кем вы восхищаетесь? Ой, ну у меня нет кумиров, нет какого-то человека, которому бы я там следовала или мне просто что-то нравилось. Просто чьи успехи. Да, мне нравятся вот просто успешные люди, это не важно кто, не важно с какой страны, но люди, которые добились успеха. Как-то люди... проявили себя, да, да, и стали известны. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому внимание на экран. Кожен відтінок на картині мало продумати. Потрібно мріяти про нього, любити його і жити ним. Ірина Третяк – відома талановита художниця нашого часу. Про таких говорять, вона вкладає душу у свою творчість. Картини художниці можна віднести до стилю дизайн-живопис. Вони виконані в авторській техніці. Коли я стала писати картини, я розуміла, що вони будуть точно не схожі на всі інші роботи художників. Вони будуть, щось в них буде моє. Вот я везде и подписываю, что это мой авторский стиль. Я стала писати раніше, ніж почала ходити, жартує художниця. Стиль написання, подача, форма. Для Ірини Третяк головним є відображення її свободи, її внутрішнього «я». Кожна картина, вона від початку до кінця, вона написана іменно так, як я це бачу. Независимо там от каких-то технических моментов, я все равно буду это делать так, как я хочу. Это мне очень нравится. Техніка, в якій виконані картини художниці, складна і унікальна. Сама ж Ірина вважає, що створювати такі картини не складно. Головне – бути терплячою і не гнатися за грошима. Я з легкістю розстаюся зі своїми картинами, коли людина приходить, їх покупає. Либо ж я дарю, і ця картина, ну, я бачу, що людина загорається, йому подобається ця картина, він буде з удовольствием на неї дивитися, мені це дуже подобається. І на відміну від багатьох своїх колег, вона з легкістю розлучається зі своїми роботами. Перша персональна виставка художниці була проведена у період Майдану. За рік Ірина Третяк написала 64 роботи. Вона одна з небагатьох, хто підписав контракт з американською корпорацією World Art Corporation. Іра, підкажіть, ви виділяєте якісь із тих робіт, які ми тільки що побачили? Є любимі? Любимые. Вот эта вот картина, она у меня любимая. И расскажите нам немножко о ней, когда вы ее написали? Эта картина, давно она написана. Давайте. Это не просто море, не просто домик, не просто там солнце, луна. Тропа. Да, это есть такая фраза, человек может достичь всего, на что способен его разум. Вот, эта картина, вот, отображение этой фразы. Вряд ли дом может летать над морем, там, цветы и так далее. Но в нас, в голове, в нашем разуме мы можем достичь того, чего мы хотим. Вот, поэтому эта картина показывает это. Дом, не знаю, показывали или нет, гранат. Да, он, да, конечно. Да, он такой знаковая картина. Я не планировала изначально делать ее какой-то знаковой. Угу. Но так вот сложилось, что именно по гранату меня узнают. А у меня как даже так было мероприятие «Арт-гранат», и вот несколько их было, эта серия. Наверное, потому что когда я писала первый гранат, сначала там было изображено сердце. То есть это было под влиянием любви. Вот. Но, видимо, с любовью не сложилось, поэтому сердце там не оказалось, и оказался гранат. Ну вот просто так мне захотелось гранат. Потом эта картина через какое-то время, не помню, участвовала в выставке. О том, что там было сердце, об этом никто не знал. Я никому об этом не говорила, не считала это нужным и важным. Подходит один мой знакомый и говорит: послушай, я вижу вот гранату, я вижу сердце. Да, говорю, слушай, ну это действительно, там было сердце до он этого. Увидел. Да, да, хотя там и следа не осталось, да.
Вот. И как-то так вот так сложились карты, звезды, не знаю, что гранат, он такой узнаваемый. Вот. Я планирую выпустить каталог с обложкой этой картины. Вот на обложке будет гранат. У меня даже есть шляпка, мне Марта Холл это сделала под гранат шляпку. Вот, вот такая вот картина. Да, скажите, над чем вы еще сейчас работаете и какие у вас планы на ближайшее будущее? Сейчас вот на майские будет Гуцульский арт-фестиваль в Карпатах. Угу. Он будет несколько дней. Там помимо моей выставки картин будут народные гуляния, будут гуцулы, будут трембиты, будут вся гуцульская атрибутика. И часть денег от продажи мы отправим на интернат. Угу. А идея, как возникла вообще организовать такое мероприятие? Как возникла идея? Я очень люблю горы. Очень люблю горы. Моря нет, горы. Я как будто заряжаюсь от них. Вот. Не знаю почему, может, я в прошлой жизни жила где-то в горах. Вот. И поэтому, собственно, ну, я люблю там часто бывать и часто бываю. И ну, не стояло вопроса, где это там будет какой-то другой регион Украины или другая страна, а Карпаты. А если мы говорим о повседневной жизни, вот как проходит ваш обычный день? Творчество. Целый день творчества, 24 творчество, часа. Да, вот как-то это меня неразделимо, меня это не разделяется. Творчество, живопись, меня вот, ну я живу этим. Отдыхаете мало того, как? Что я так и отдыхаю, я, во-первых, я не устаю. Это и работа и да, отдых. Да, работа и отдых, я не устаю. Для того, чтобы мне куда-то там надо пойти и отдохнуть. Нет, я могу отдыхать совершенно спокойно, там, когда пишу картину. Вот, наоборот, это как-то меня так, наоборот, еще там стимулирует. Uh-huh. К тому же у меня мастерская находится рядом с домом. Хотел, пошел, позанимался. Хотел, там, не знаю, ничем не позанимался, но все равно творчество меня, ну, как ни крути, оно возле меня и со мной 24 часа. Бывает ли такое, что вы полноценно довольны своими работами? Бывает, конечно, это большинство так. Бывают картины, которые такое, чтобы она вообще не понравилась. Это вот было пару случаев. А что я недовольна, такого нет. Бывает, что-то мне хочется изменить через какое-то время. Вы часто это делаете? Достаточно часто. Угу. Ну вот она висит в студии, я проходя вижу так, ага, там что-то... Подметили, заметили. Да, там надо изменить тон, там что-то где-то добавить, такое есть. Но это такие незначительные изменения, но есть. А вот как вы думаете, в чем заключается ваш личный вклад в искусство на сегодняшний день? Мне хочется внести чего-то нового. Вот, не знаю, мне кажется, что в Украине все-таки не хватает... Ну, как по мне, арт-рынок остался на таком уровне Советского Союза. Не знаю, может, я ошибаюсь, но мне так, по крайней мере, вот кажется. Вот, и мне хочется внести какую-то новизну. Очень я этого хочу. Как вы видите это? Вот как это будет? Может, есть какие-то идеи, мысли? Какой-то совершенно другой подход, какой-то более креативный подход к выставкам. Я вот, когда делала первую выставку, я совершенно никого не знала. Кому обратиться, кому пойти и вообще как это делается. Вот, я все делала сама, сама организовывала и поняла, что то, что предлагают, его совершенно мало. И ну, человек, который делает первую выставку, он практически ничего не знает. Как это правильно, куда правильно, зачем, почему. И вот делается по какому-то стандарту. Да, я ее сделала вот по такому стандарту и поняла, что мне это совершенно не нравится, это не мое, мне надо какой-то креатив, какое-то безумство, я бы даже сказала. И вот я так и буду дальше делать. Скажите, а творчество своего, чего вы ждете? Вот какая ваша цель, самое главное? Ну, в первую очередь, я хочу проявить себя. Угу. Проявить себя и дать понять, что нужно отходить от стандартов, от тех, которые вот установлены, когда-то, кем-то были. Надо не бояться этих стандартов и все-таки расширяться, двигаться вперед. Это не всегда легко, это не всегда понятно окружающим, по большей части непонятно.
это точно могу сказать. Конечно. Вот. Но, тем не менее, мне это нравится, и я так дальше буду вперед и двигаться. Что вы думаете о искусстве будущего? Какие направления будут развиваться? И может ли творчество художника изменить какие-то общественные или экономические отношения в нашем мире, в нашей стране? Теоретически может, но практически в нашей стране, ну, не знаю, может так через несколько десятилетий. Но может все-таки. Может, да. Ну, в первую очередь надо начинать из себя. У нас люди не хотят начинать из себя, мало кто признает свои ошибки, свою вину и пытается что-то изменить. По большей части как все, так и я. Но если больше людей все-таки будет начинать из себя, группироваться, что-то пытаться изменить, тогда да. Картины Ирины Третьяк полны яркими цветами и фактурные. Все, что изображает художница на своих полотнах, она создает не для того, чтобы сфотографировать и запечатлеть, а для того, чтобы исследовать и понять новые пути, которыми она может эти образы передать своему зрителю. Ира, я благодарна вам за визит. Вот что можно пожелать художнику? Конечно же, вдохновение. Не растеряйте ваш авторский стиль. Спасибо большое. Буду дальше творить, удивлять, радовать своими работами и приходить к вам в гости. Спасибо, мы вас ждем. Двери нашей студии всегда для вас открыты. Спасибо. А с нашими зрителями я прощаюсь ровно на неделю. До свидания.